Хайртай байна багш нар. Энд бидний цагаан цаг хүрээсэн цүг төрнийг тийм байртай хайртай цахим нэрлэ ярьж байгаа юм. Дорогие земляки, уважаемые земельцы, уважаемые дорогие наши учителя, ветераны педагогического труда. Совсем недавно по инициативе руководства республики началась эта акция. Акция признания чествования труда педагогов, ветеранов педагогического труда. Учитель в сердце моем. Это не пафосные слова. Каждый из присутствующих в зале знает и помнит, что такое для него в жизни был учитель, слово учитель. Профессия учителя – святая профессия. Но у нас в республике слово учителя имеет особое значение. И я не думаю, что я преувеличиваю. Это на самом деле так. Всегда у нас в Калмыкии слово учителя иногда было дороже слова мамы и отца. Это правда. В воспитании подрастающего поколения учитель в Калмыкии иногда подчас значил больше, чем воспитание в семье. И вы, дорогие учителя, особенно ветераны, знаете это не на словах, а на деле. Сельский учитель в этом ряду, в ряду педагогов нашей Калмыкии, стоит на особом месте. Именно вы, вашим трудом, вашим сердцем закладывали и закладываете основы нашей республики и нашего государства. Ярким примером тому ваши выпускники, те, кто сегодня живет и трудится в республике или за ее пределами, те, кто сегодня славит нашу республику и достойно несет звание уроженца республики Калмыкия. Ярким примером тому присутствующие здесь, в зале, ваша выпускница Марина Алексеевна Мукобенова. Ярким примером тому знатный животновод, герой Калмыкии Батыр Адучиев, выпускник сельской школы. И тысячи других, кто сегодня живет и трудится на благо нашей республики. У меня к профессии педагога несколько личные отношения. В моей семье несколько поколений педагогов. Мой дед, сельский учитель, директор Аватинской средней школы, ушел на фронт, погиб. Но я всегда помнил и буду помнить, что его профессия была педагогом. И значит, что-то, наверное, в крови передалось и мне. И моим детям, моим внукам. И так и будет всегда. Я приношу вам от всех нас, от тысячи тысяч жителей республики, самые искренние слова признательности и благодарности за ваш труд. Наша акция, которая сегодня масштабно идет по всей республике, она безусловно охватит всех ветеранов педагогического труда. Это только лишь малая толика признания, любви и уважения вам, дорогие ветераны, за ваш труд, за ваше сердце, за вашу душу, за то, что вы и сегодня своим словом и жизненным примером говорите и утверждаете самое лучшее, что есть на этой земле. Слово правды, слово образование, слово мамы и бабушки, слово старшего, кто выводит человека в жизнь. Мы еще раз все вместе искренне благодарим вас, дорогие ветераны, за ваш бесценный вклад в создание фундамента нашей страны. А фундамент нашей страны – это наш народ, наши люди. Искренне вам спасибо и самые искренние слова благодарности и признательности. Спасибо.